Блин, баба, конечно. Ну. Нравится. Мне еще понравился другой чувак. Я, например, был черным. Это я не понял. Это из головы пистолета или откуда? Да. Раньше я был черным. Да-да. Еще этот мне нравится фильм, как он, аэроплан, как про самолет. The subway is our only chance. We take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York. Аэроплан, по-моему, да, с Лесли Нильсоном. Когда там этот пилот сидит водой, обливается-то. Лесли Нильсон еще заходит, говорит, мы верим в тебя, ты сможешь. Они же посадили самолет, а все. И мы верим в тебя, ты сможешь его посадить. Тут, если откиснуть, подняться можно, или тут превращаешься в зомби? Я просто сейчас... Понял, понял. А то я просто один раз ты попробовал поиграть, и... самое, превратился в зомби. О, ни хрена себе, я нажал, сейчас я охренел. Вот это круто. Да-да-да, я просто хотел посмотреть, а как тут рукопашкой можно что-нибудь делать? А. Да, и Friendly Fire тут, да, есть? Понял. We got a creep. Конечно, в отличие от Дарктайда, она у меня на ультрах просто летает. Дарктайда просто куча спецэффектов. Elevator cold. Shh. Keep the noise down. Кстати, графика такая, знаешь, типа GTA 5, только чуть получше. Контроль был, ладно, да, действительно. Нет, да, так все в целом приятно сделано. Y'all better run!
Everybody, check this out. Mm-hmm. Anybody else? Damn it! Can't let them get up here! We're gonna come out. The elevator shaft should be safe to get down. You guys okay? I'm hearing a lot of action from your way. It got messy in here. I see a creeper! Fresh ammo coming up. Что-нибудь искать здесь надо бегать. We're good. Subway's across and left. Come to mama. Psst. Keep it down. Hey, look at this. This will buy us some time. Defense kit, right here. Надо найти пулемет. You don't stand a chance. That's what I'm talking about. Так, а как их ставить? А, понял. То есть, если хочешь, не поставишь, да? А у бензопилы заканчиваются, не знаешь, боезапасы? Бензика. Everybody, check this out. Понял, желтенькая вот эта. Ага. Over here. Надо было не туда ставить, я понял. Так, это что, надо подойти туда? А, понял, они вот тут. Subway. Looks good from here. If you're gonna do this, go now. Thanks. Take care of yourself, Dan. Better time. Over. Better times. А как? Не знаешь, как переключить автоматический режим огня? Raise it up. Hey, look at this. Че, F-16 одиночными стреляет? Охренеть. Так что за модификация? У них же А3, по-моему, там только стреляют очередями, остальные автоматически. Странно. А Брэд Питт тут будет? Keep the noise down.
Everybody, check this out. Это вместо бензопилы, да, будет? Hey, look at this. Он не очень ушел патронов. Не, я лучше бензопилу возьму. И за дрон со мной летает. Everybody, check this out. Вон, взялся. Да. Да. Отлично, как бы у меня. Понял. У меня ППшка была с глушителем тоже. Я ее зачем-то поменял. Жаль, тут тоже нельзя прыгать. Буби, он наше внизу. Поднимаюсь уже к тебе. Мне там внизу просто будет. Да отвалите вы от меня! Я тоже упал. Хотел тебе помочь успеть. Спасибо. One of Stevie's goodies. Bringing it back. Over here. Look. Looks like you could use some help. Keep it down. Appreciate it. Okay, we good? Oh, sorry. Did I say stop? I swear to God. О, блок 18C, как у меня. Такой же есть треугольный. Picked up another box. Should be enough. What you said.
кто-то в чате что ли говорит. Может, это какой-то такой глухой звук был, а вы кто-то говорил. Американское метро, да? Да. Я сейчас не знаю, пока показывает, что у меня опыт на использование оружия добавился. Очки. Мне это самое персонаж поменялся. Ты же бабёху. Сейчас. Так, а я могу все покупать, да? Покупаем. Так, я за стрелка, получается, играю. Все. Еще ничего нету, готов. Это я там купил, потому что все ждут, и даже не читал. Стрелка, какие-то там перки. Ну, конечно. Да. Да. Угу. А с кем мы играли в Back 4 Blood? С штурмером, по-моему, да, или нет? This can't be good. I don't trust this psycho. А я забыл, штурмер это твой знакомый или кто? Ага. What's going on? Well, it appears my associate on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay on the radio. Yeah, it's not your day, Creeper. Phoebe, we reached a closed gate. Yeah. Now we rigged those up so that Zeke couldn't stumble in. There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun. Frick. Find a switch. Find the switch. Okay, the next switch же умер. Наверное, выходоносили, по-моему. Another
gate. Start looking for a switch. Okay, the next switch might. У меня есть пару свечей лежит, конечно. Find the next switch. Зачем свечи нужны? Они что хотят? Локальную сеть что ли сделать? We got a creep, help! Get this thing off me! Thanks. Поднять адреналин. Ух ты, меня бьют. Stevie, what can we expect next? Oh, there is no next. Only now. Payroll moving in. Stay clear of the gas. Did you guys catch up with Roy yet? Ginger fella, about 5'7". He owes me money. Понял. Not a good time, Stevie. А его как-то он сам будет использоваться? Сам как-то заюзается. Everybody, check this out. Не, наверное, не буду. Я люблю полуавтоматическое оружие. Да, я от него только и играю. Look at this. Бензопила. Одну бензопилу. Просто пулика. Малая винтовка. Она тоже одиночная. Да. Нет, нет. Пулемет тут неспроста стоит. Eyes over here. The train door is opening, guys. We're gonna get company with that noise. Robotic death machine, baby. Oh, bugger! Look at that! I can't get the engine running. Oh, I guess you'll have to buy them without me. Everybody, check this out. Oh, you were all mine. Hey, look at this. Who's first? Да, клан что-то говорит на английском, да? Клан, слышишь, на английском базаре? Понятно. Огнемет, кстати, не нужен никому. У меня бензопила. I said we're gonna wait. Now get together. Problem. We're dead if we just sit here. Let's check out that big vent. И, кстати, открывать не надо было. А, понял. И нет. Need
shut down that fan. I see a control panel. This place gives me the creeps. Some kind of gas down here. That pipe! Let's get up there! Fans ain't working. Gotta get them running again. We got a fan switch here. Let's get this aired out. Yeah. Fans are clearing the gas. It's only venting out the upper floor. Let's go. Next level should be safe. Air clear down here. Damn ridiculous. We need a key to turn on the fan? Stay together. Now, unless you can breathe poison, I'd start searching dead workers for a key. Look for the key. Ты что, там надо? No key. Looks like the gas does nothing to the Zeke. No. I just frisked a dead guy and didn't find the key. Okay. Screamer! Take him out! Bomber coming in! She's gonna spit! The bomber's down! Shit! I see a creeper! Yeah! Stay there! Drop that screamer! Sorry, sorry. Можно как-то команды отправлять, типа там спасибо, извини, до свидания. I got the key! Going to the control panel. No stopping me now! Понял. Самый классный голосовой чат по Team Liquid. Look at this. Ну, помнишь? Классно же. Хочешь сказать чуваку, а у тебя нет никакой возможности. Ничего написать нельзя. Только кикнуть. В один клик. Нет человека, нет проблем, да. Fog of war, да? Так, пора доставать лампочку леща. Почти полная, а она просто пустая. Я понял. Everybody, check this out. This will do. Hey, look at this.
Ой, у меня этот какого. Понял. Понял. Можно подвести команду, короче. У меня какой-то местный аналог Галила. Так, я аптечку поднял. Так, продезинфицировался. Так, а как мне тебя подлечить? Check this out. О, Скар, иди сюда. Take a look at this. Look over here. Okay, I'm good. Да вы что, угораете? Скар тоже. Он автомат. Понял. Тогда я буду качать Скар. Пробивной заряд подобрал. Кар — это мой самый любимый автомат в жизни. Не автомат, а... Не знаю, всегда я обожал Скар. Особенно снайперский Скар тоже прикольный. У меня был страйкбольный Скар. Я его мечтал купить на газу. И купил такие. Купил, но у него был, короче, бракованный ударно-спусковой механизм. Я помню, я дома воткнул рожок полный, он мне просто стал стрелять сразу. И я не знал, куда ткнуть его, чтобы у меня по квартире шары летают. Я такой, ага, он тра-та-та-та-та с отдачей со всей херней, пока газ не кончился. Да-да-да-да-да. У него, то есть, получается, спуск, как бы, да, зажатый был все время. Сколько здесь турели, и куда ставить? Говорит взаимодействовать. Надо взаимодействовать. Не рано пока. Я запустил. Ну ты так и сказал. Я не хочу раньше времени запускать. Я такой стою, уже запустил. А где ее открыть? Только я не видел. А вот взрывается. Автоматическая турель. Многоствольный гранатомет. Кормовое ружье тяжелое. Болгарка китачит. А нет, китал. Там тяжелого оружия много, если что. Look at this.
поставил. Где? Find her style. Oh, Скарж, этот бельгийский фэн херсталь делает. Мне нравится именно Скар Эль. Скар Аш не Жаль, но он уже, кстати, достаточно, по-моему, устаревшим считается, и уже даже, по-моему, его особо-то не юзают. Так я тоже, в том-то и прикол. Как и Штайр, да, Аук. Ну да. Ну. Да. Да. Можно выбрать оружие по умолчанию с собой, которое ты берешь. Понял. Угу. Понял. Понятно. Я даже, понимаешь, даже название не могу тебе привести в пример, но вот скароподобных прототипов всяких, израильский, там, не израильских, их столько похожих вообще по его компоновке. Ну, он типа как бы, вроде как у него не как у М-серии, да, как у Хеклер & Коха сделано. У него типа заменяемые стволы, его можно в любой момент под любой калибр. Типа, знаешь, такой натовский калашников раньше говорили, типа.
и с левой, и с правой стороны удобные левши и правши стрелять, и неприхотливые типа, и под натовские магазины подходящие. Но его можно в любой момент даже и под 7.62 типа сделать. Да, типа он быстро до меня, и мы все, да. Из отчетов Пентагона? Holy shit! Ну да. Q? Everybody, check this out. It's a cargo terminal. Look for a way through. Понял. Yeah. Течка так близка, вот так далека, да? Получается, мы уже где-то пропустили пробивной заряд, или с намётом, что мы можем вернуться. А, то есть вообще может не быть. А комната будет всегда, понятно. Московский вагонный ремонтный завод. А тут такой тоже будет. Тут в Москве тоже будут действия. АРК-103. Keep performing!
Заряды помчали. Аптечка. Аптечка не забрал, все бегу. Ты из-за меня упал, поэтому я тебя лечу. Look at this. I got you. Gonna be good as new. Спасибо. How many do I owe you? Карабин. Карабин нам не нужен. Over here. Look. This will do. Roof collapsed in here. Climbing out. If they get out, we're screwed. Weirdest fucking zoo I ever saw. I need everybody in here now. Hey, look at this. Oh, FAMAS. This'll do. We need to get outside. Everybody good? Let's move. Good enough. Loading ammo. Close one. Oh, хорошо, что не сказал. Вот, блин, а мое оружие забрали уже. Red has been detected en route to your
threat has been detected en route to your position. All personnel to defensive positions. Shoot that screamer! Drop the ball. I think we got them all. Everybody, check this out. Взаимодействую. Пулемет. Скар? А у меня уже тоже Скар в руках. Swarm coming in! Явно англичанин. Army radio here! I'm gonna call for help! Hello? We need help! Is anyone listening? Holy crap! This thing calls an artillery! Yes! Давай. Надо их друзья добавить.
there'll be nothing left. Never getting out of this boat. Ты сейчас таким акцентом говоришь, да? О, с карты второго уровня прокачался. Вот эти, получается, перки покупаешь, которые в стрелка, это все какие-то бонусы, да? Они все действуют, там выбирать, получается, ничего не надо. Хорошо, что-то. Сейчас, секунду, класс. У меня вот, смотри, у меня стрелок, первый, я не знаю, что уровень, второй, первый. А что это за выборы? Подожди, не понял. У меня, короче, два ряда полностью сверху вниз открыты. И третий начинает открываться. А, понял. Все, все, я понял всю систему. Понял. Сейчас, секунду, все. Плач ушел от нас, да? Плач — это же, по-моему, тип, разновидность кошелька, да? Мужской клатч, женский клатч, да. Some diesel and get back here. Boat has a 10,000 gallon tank, ain't you? You hauling that back? Grapes, if your logic is in game. Is it game logic? Что значит? Понял, что вы имеете в виду? Get into that train. Not an option, Bunko. Sneaky Zeke. It's for me, helicopter! Shit. It's flying over the river. Helicopter's landing across the river. Could be our way out. Head for the bridge. Right here. I got an exit. Army didn't give a shit about us in Manhattan. Why would they care now? Ха-х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 а-
попросить его по-английски, а ты, я забыл. Да-да-да, точно. Mutant, son of a bitch! Но он меня спросил, ты из России, я говорю, хотел спросить, а откуда он, может он тоже русскоговорящий. Он из Словении. Словения. Ну они, по-моему, нормальные. Славяне, да? That's what I'm talking about. Gotta be something. Come on, creep. Over here. Look. Это что, турель вражеская, что ли? Была красная, у нее все хп сняла, блин, я даже не понял, что произошло. Тихо сунул и пошел. У меня баба с терпом бегает. Look at this. Да все разобрали, я тоже сам один только дробовик успел взять. Меня подорвалось. Понял. Everybody, check this out. Watch out! Explosives! У меня ульты есть.
ты? Я забыл. Я забыл опять. Ага. На какую кнопку метка? Вот это. Ага. Не, у меня тоже да так же был, просто сейчас нажимал, вроде не срабатывал. Я думаю, другая. Странно. Да, вот сейчас срабатывает. Так, а здесь можно сигнализацию затриггерить? Так, если я к ней подойду. Drop that screamer! Понял. Appreciate it. А у тебя последняя смерть, да? А как понять, сколько смертей осталось? Captain, the civilians are here. They're armed. All right, listen up. We're evacuating the wounded via chopper. We've got multiple swarms inbound and we're stretched to a breaking point. I need every able gun defending the hospital until everyone's out. We'll do what we can. Fuck! It's wide open! I got us an auto turret. Точно, я и забыл, что здесь вид от третьего лица есть. Я все время на первом играю. I bet Dan is still chilling in his lawn chair up on that tower. Dude's probably taking a nap. We're about to die. Let's see what we got. This'll do. Everybody, check this out. Hey, look at this. Everybody, check this out. Mark the target with a flare. Sergeant Pembry, come on, mark the swing.
А Тетиза там лежит, ты ее не подбирал? А я ее подобрал, стрелял в пустоту, думаю, что зачем нужно, и выбросил. До возрождения 39 секунд еще. I'm over here. Я возражусь. Ой, возродился. Далеко, я клад. Вот я возле них. А где они прорывались? Там же никого не было вроде тут. Понятно. А этот ушел, да? Дефолтный игрок.
Найди способ выбраться из города. Diesel and get back here. Boat has a 10,000 gallon tank, Angel. You hauling that back? So, what are we doing? Can't see shit from here. Let's just find high ground and see what we got. Get down. We can get through these train cars. Sports in the city. Камер подчиниться. Could be our way out. There's a bridge up ahead. А, они точно светятся. Ой, это ты, извини. Мы с тобой оба упали. Сзади тебя. Я по нему стрелял. Ты просто вокруг него бежал. Everybody, check this out. Army didn't stop for us in the city. Why do you think they will this time? You got a better idea? Keep moving. Так, турель. Я потерялся. Hey, а, вот это. Look at this. Что там боты встали? Everybody, check this out. Спасибо. Аптечка.
еще одна. Да. У меня оружие просто говно. Рычажная винтовка и двухстволка, и обрез. Прям идеальное сочетание. Что одно, что второе стреляет. А сейчас, сейчас найдем что-нибудь, я подберу. Hey, look at this. А я сейчас посмотрю, что это такое вообще. This'll do. А, вот нормально, я вот это и возьму пока. Рычажная такая медленная была. Я просто привык, что рычажные винтовки во всех играх очень быстро стреляют. А, нет, не вылечил бота, надо себя вылечить. Блин, надо было тебя вылечить. Everybody, check this out. Да я что-то пока не пойму, как понимать, сколько у меня жизни осталось, потому что у меня вроде экран не серый. Почти нормально. Он прям типа черно-белый станет. Практически. They're not holding back on the gunships. Four rounds were made to kill tanks, not swarms. Everybody, check this out. Look at this. Ты не нужен? Так, а нам здесь надо тихо проходить, да? А у меня нету ничего с глушителем, поэтому я не буду отстреливать никого. Ну, понятно, там толпа снизу куда-то побежала. Ой, там и сзади побежала. Печка, у меня уже есть. Everybody, check this out. Need it now. Hold it,
Creeper! Woo! Creeper taken out. Сигнализация. А, она уже орёт. Сзади. Дайте, кстати, вылечу. Я взял вот одну тут тоже. А там еще одна есть, да? I got you. Gonna be good as new. Reaker, there! Save my ass. Hey, look at this! Ничего не нашел. Follow us, Captain. The civilians are here. They're armed. All right, listen up. We're evacuating the wounded via chopper. We've got multiple swarms inbound, and we're stretched to a breaking point. I need every able gun defending the hospital until everyone's out. We'll do what we can. Jam. We're not equipped for this. Shit, this place is huge. Тяжелый ружье нашел. Kinda wish we were with Dan right now. He can't be having this much fun. Machine, baby. This will help keep him back. О, вот это не вовремя. Сейчас секунду. Thunder and lightning. Наушник сел один. Теперь у меня моно. Электрическая сетка. Вот она. Electric grid activated. Yeah, this will keep them back. Миномет. Тебя нажму сразу выстрелит или им можно управлять? Понятно, она не будет нажимать. Ну да.
Ой, электрическая сетка еще одна. Давай поставить. Где-то тут лежал. Нас тут развалились. О, китаец какой-то подключился. Здоровяк схватил. Вам помощь нужна? Streamer, take him out! We got an electrified grid down. Bomber! Second floor, right side. Fading here. Samba, shut up the screamer! Get it back online. Go! Shoot that! Screamer!
сейчас меня тут бьют об землю. Ну, бот, ну ты чё такой тупой, а? Мои просто и смотрят, а? After that, no idea. Да. Ну вот, у меня уже 7-й уровень. Не 442-й, конечно. Ты сколько уже в эту игру играешь? Ну год уже играешь? Уровень, это, конечно, мощно. Сколько интересно прокачивался. Знаешь, хотел что спросить тебя, когда заходишь в оружие, например, тот же Скар, да, второго уровня у меня, изменить расцветку. А, понял. И нажимаешь изменить расцветку. И тут есть типа с прицелом, или без прицела, или с рукояткой. Это просто скин, или действительно прицел будет увеличивать. А рукоятка? Угу.
Но если коллиматор поставить, то он будет все-таки через него целиться, да? Понятно. Понятно. А вот снизу какие-то... Ну, понятно. Прям как GTA 5, Галима. Я говорю, мне чем-то напоминает движок. GTA 5 тоже сначала только от третьего лица, а потом вид от первого добавили через год. А что снизу за золотые какие-то скины? В чем отличие? Или тоже могу выбрать? Ой, нати. Окей. Ну ладно. Ну все, спасибо тогда за игру. Я сейчас немножко тут еще поковыряюсь, посмотрю, что к чему, и тоже закруглюсь. Все, давай тогда. А я не записывал и не транслировал. Понял. Да. И подписывайтесь. А с вами были мы.